Роспотребнадзор наконец согласовал снятие некоторых ограничений, введенных на территории Мордовии в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа. Во вторник вечером Владимир Волков сообщил, что уже со среды то, что официально было запрещено, разрешается. 17 июня в республике вводится послабление в части передвижения граждан. Будет разрешено совершать прогулки, заниматься спортом на свежем воздухе. Разумеется, небольшими группами, а по одному-два человека. Также будет возобновлена работа сферы услуг и части непродовольственных магазинов. Разумеется, при условии, что площадь торговой точки не превышает 400 квадратных метров, а посетители могут попадать в магазин через отдельный вход. Для предприятий общественного питания хороших новостей пока нет. Кафе и рестораны продолжат обслуживать клиентов в режиме доставки и на вынос. Запрет на их посещение определенное время еще сохранится, потому что работа этих сфер больше других связана с рисками заражения. Массовые мероприятия, на которых нельзя соблюсти дистанцию, также будут оставаться пока под запретом. Кроме этого, официально запрещено пользоваться детскими площадками. Работающие предприятия получили рекомендации продлить режим удаленной работы для сотрудников, входящих в группы риска, как минимум до 15 июля. Сейчас каждое третье лечебное учреждение в Мордовии перепрофилировано в коронавирусный госпиталь. Их на территории республики уже 17. Инфекционных коек развернуто в 5 раз больше, чем предполагалось в начале эпидемии, почти 2000. Многие медработники заступили уже на третью вахту в красной зоне, а есть и те, кто и не покидал ее уже 3 месяца. Однозначно говорить о том, что в Мордовии эпидемия пошла на спад, пока нельзя. Маски и перчатки останутся с нами еще надолго. Снятие отдельных ограничений не означает ослабление мер по противодействию инфекции в целом. Наоборот, снимая одно, мы усиливаем меры по оставшимся ограничениям. Павел Степаненко, наши новости.